«Радость может все». Так назвали ярмарку социальных инициатив участников проекта «Стиль жизни. Творчество», который реализует команда Гражданского просветительского союза молодежи с ноября 2021 года. На этом форуме достаточно много интересных личностей, интересных людей, новые знакомства. Самое запоминающееся было, когда мы первый день пришли сюда, никого не знаем, новые знакомства, нас разделили от своих дорогих друзей. Нас разделили, и мы просто не знали, что, куда податься. Но хороший коллектив, всех приняли, новые знакомства, новое общение, все было на высоком уровне. В мероприятии приняли участие команды 15 школ Уфы и рассказали о 20 реализованных инициативах, в рамках которых было проведено 179 мероприятий. Общий охват вовлеченных участников проекта, реализованный и представленный волонтерскими площадками, 5579 участников. Сегодня мы с моим товарищем Даниилом пришли на защиту нашего проекта «Барсик, ты не один». Мы успешно защитили наш проект, рассказали о нашей работе волонтерской. В школе мы осуществляли разные акции, также осуществляли сбор корма. Мне очень понравились эти несколько форумов, проведенные в этой школе, и надеюсь, так будет продолжаться дальше. Хотел сказать то, что жаль, что мы не сможем встретиться в полном составе с ребятами с первого форума, потому что первый форум сильнее всех запомнился, там новые знакомства, новые люди, там были самые веселые мероприятия. Ну, сейчас у нас уже более такая серьезная работа, проекты. В общем, все очень классно. Приоритетные направления у молодежи следующие. Здоровье и экология в номинации «Живая планета», поисковая работа в номинации «О героях былых времен», эстафеты добрых дел в номинации «Милосердие», «Безопасность», «Мир творчества», проекты медиа, направленные на создание информационного контента и его распространение в СМИ и социальных сетях. Команды выявили наиболее острые проблемы современного общества, показали свое неравнодушие и готовность решать эти проблемы уже сегодня. Проект реализуется при поддержке гранта главы администрации города Уфы. Что дал проект детям? Ну, прежде всего, это социальная активность, новые знакомства и новые перспективы, потому что в проекте участники поняли, что такое социальный лифт и как можно им пользоваться для молодежи в современных условиях. И педагогам, конечно, он тоже показал новые перспективы. И в течение всего проекта ребята учились понимать, что такое социальные инициативы, социальные гранты, как их писать, как их подавать, да, и как получать финансы на их реализацию. Надеемся, что наши встречи будут постоянными, и мы реализуем еще не один социальный проект.